Так, только что записал обзор на танцы на льду и парное катание. Это региональное соревнование Свердловской области, так что всем бегом смотреть на Бусти. Что у нас касается танцев на льду, это было очень плохо. Никто кататься не умеет, а некоторые даже и не танцы на льду, это раздельные танцы показывают. Но единственное, я бы отметил Таню Сахарову за презентацию в паттернах. Это было довольно убедительно, интересно, именно было изюминкой. Правда, в произвольной программе уже ее не было, но тем не менее паттерны запомнились именно презентацией. Ну а парное катание, конечно, порадовало. Много там новых пар образовалось. Но больше всех, пожалуй, отметились Тася Щербинина, Артем Петров и Кира Корнева, Андрей Шедорков. Кира и Андрей порадовали своей такой легкостью и раскрепощенностью, но единственное, не хватало опоры. Девочка пластилиновая, все вроде бы есть, но вот не хватает чего-то такого фундамента. А Тася и Артем, это, конечно, да, это прям образец. Это образец парного катания, образец органичности в парном катании. Вся программа, ее прям хочется смотреть. Она вся наполнена именно вкусными элементами. И особенно вот эта часть после выброса, когда Тася скользит на инерции, все такое мягкое, плавное. Вот так оно быть и должно, так это все должно и исполняться. Ну а полный обзор на все прокаты на Бусти, так что бегом все смотреть там. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком.